Здравствуйте, вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в Темрюкском районе, а именно в поселке Стрелка. Поселок Стрелка удачно расположен между двумя морями – Азовским и Черным. Здесь есть вся современная инфраструктура – администрация, школа, детские сады, дом культуры, парк, церковь и сетевые магазины. И, разумеется, здесь есть плодородная земля Кубани. Для любителей земледелия на своем участке этот поселок – настоящий рай. И здесь компания «Стройгарант Анапа» возводит коттеджный поселок «Встречный». Сегодня в коттеджном поселке Встречный работы ведутся полным ходом. Строители уже залили 9 фундаментов. Всего будет построено 90 коттеджей. Все они будут выполнены в едином архитектурном стиле. Для вас предлагаются участки от 5 до 6,5 соток с проектами домов от 50 до 130 квадратных метров. Центральная улица коттеджного поселка будет освещена, а на въезде установят шлагбаум. Из коммуникаций здесь будет электричество, 15 киловатт, индивидуальный септик и скважина. Коттеджный поселок Встречный очень удачно расположен относительно поселковой инфраструктуры. До детского сада 700 метров, до школы и администрации 900, до сетевых магазинов 600 и 800 метров. Также рядом проходит федеральная автомобильная дорога Краснодар-Темрюк. По ней вы быстро доберетесь до Азовского моря, это всего 15 километров, а до Черного 35. В 13 километрах находится районный центр с большим обилием мест для культурного отдыха и торговых центров – город Темрюк. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, звоните на бесплатную горячую линию, номер сейчас на экране. Сегодня во многих уголках нашей страны еще лежит снег. Здесь уже давно зеленая трава. Поэтому, если вы решили переезжать на юг, переезжайте вместе с компанией «Стройгарант Анапа».